Дорогие родители, доброе время суток. Итак, у нас есть возможность сейчас до 30 июня воспользоваться бесплатной онлайн-практикой для учебников младших школьников Family and Friends. Поэтому я вас очень прошу как можно быстрее посмотреть это видео и как можно быстрее зарегистрировать ваших детей. Сейчас я с вами буду проходить всю процедуру и очень прошу вас следовать моим шагам, тогда у нас с вами не возникнет никаких проблем. Итак, вы нажимаете на ссылочку вот эту, обратите внимание на адресную строку, мы вам ее пришлем. И дальше у вас открывается вот такое окошко. Вы нажимаете вот здесь, register, на слово регистрироваться, да, register. Нажали. К сожалению, русского языка здесь нет, поэтому мы используем с вами English, английский. Далее нам высвечиваются правила, мы с ними соглашаемся, нажимаем на галочку и идем сюда, I agree, я согласна. Все очень быстренько работает. И вот здесь у нас с вами access код. То есть он требует у нас код доступа. Код доступа учеников всех начинается с английской буквы S. Очень вас прошу обратить внимание и не перепутать. И далее идет вот здесь 3 цифры, здесь 3 цифры, здесь 4 цифры. Да? Этот код персональный у каждого ребенка. Если вы его используете, повторно его уже использовать никто не сможет. Вот мой код 163 387 3 387 и 6969. Все, дальше я нажимаю Enter, то есть войти. И он просит у меня заполнить вот такие вот вещи. Да? То есть первая строчка это имя. У меня будет Ольга. Дальше он просит last name. Last name это фамилия. Владимирова. Так, и дальше он просит электронную почту. Да? Электронная почта обязательно та, которой вы пользуетесь. Он просит дальше, четвертая строчка, повторить ее. Далее password, то есть пароль вписываем, да. И последняя строчка, пароль вписываем еще раз. Вот так, да. Еще разочек, да. Первая строчка, имя. Если вы не умеете писать на английский, пусть будет по-русскому. Вторая строчка это фамилия, то же самое, желательно по-английски, если нет возможности, значит по-русски пишите. Третья, четвертая строчка дублируем email, то есть электронная почта. И пятая, шестая строчка, два раза мы пишем сами пароль. После этого мы нажимаем next. Next значит следующий. И вот здесь самое главное, смотрите, вам открываются все уровни книжки Family and Friends. Значит, вы можете выбрать только одну. Один код дается на один учебник. Итак, внимание. Те группы, которые занимаются с нами первый год. Вы занимаетесь по вот таким розовым учебникам, который называется Family and Friends Starter. Это группы West, East, South, North, да, и Экватор. В наших онлайн занятиях эти группы называются F Starters 1, 2, 3 и 4. Да. Вот это ваш учебник. Вы прибавляете его. А те группы, которые фрукты, они называются сейчас в онлайн занятиях фрукты 1, фрукты 2, фрукты 3. У вас вот этот голубой учебник, Family and Friends 1 называется, да? А группы, которые только что сдали вот экзамен Starter, это группы Smart, Perfect, Great. А у вас вот этот учебник красный, двоечка, да? Сейчас на онлайн занятиях ваши группы называются FF2.1, FF2.2. И группа Brilliant у вас троечка, вот этот зелененький, и также троечка у всех наших Moverских групп, они сейчас называются Movers 1, Movers 2 и Movers 3. Раньше они были у нас Лондон, Манчестер, Ливерпуль и еще один город, забыла, Челси, да? Значит, вы можете выбрать только один учебник. Ну, допустим, сейчас я выберу двоечку, да? Вот. И он нам сразу пишет important, то есть важная информация, что вы потом поменять эту книжечку не сможете. Вы уверены? Да, уверена, нажимаю yes. Да? После этого он просит у нас ID класса. Смотрите, ID класса всегда начинается с буквы C. И ID класса будет у всех детей этого уровня одинаковый. Вот такой, да? Так, 116-346. Прошу прощения. 116-346. Код также класса мы вам предоставим, 0502. 0502. Все, потом мы присоединяемся, да, и нажимаем кнопочку Next. Next значит следующий. Все, здесь вот он пишет наша регистрационная информация, да, и мы делаем логин. То есть мы входим.
Давайте я вас познакомлю, что у вас здесь есть. Вот эта страничка Home, страничка дома, домашняя страничка. То есть вот он мой учебник, да? Я его добавляю, я на него нажимаю, да? И вот что у меня здесь есть. Смотрите. Activities – это задание, которое у нас есть, да? Scores – это его баллы, которые он получает за задание. Media Center – здесь вы увидите аудио к учебнику, потому что когда вы открываете, вы видите, что там есть значок аудио. Все это находится здесь. Возвращаюсь назад. Что еще у нас здесь? У нас есть resources. Значит, resources здесь что есть в них? Ресурсы, да? Picture dictionary. Это в конце учебника у нас есть такой словарик черно-белый. Мы его раскрашиваем по мере того, как проходим тему. Да? Для того, чтобы у детей тоже оставались как бы вот такие вот словарики. Да? И здесь есть фразы на каждый день. Здесь всего их страничка как бы. Я не думаю, что это очень нужно, очень важно, но, тем не менее, как бы они включены. Моя цель – познакомить вас просто сегодня с этой платформой. Также здесь у нас с вами есть Change Class, опция «Поменять класс». Класс менять не надо, потому что ID-код у нас един. Самое главное, с чем будут работать дети, это вот этот Activity. Детям тоже, пожалуйста, покажите это видео, потому что они должны знать, где найти те задания, которые им задают. Теперь мы будем домашние задания и тесты проводить здесь, на этой онлайн-платформе. И больше нет необходимости посылать нам учебники, фотографии, да, выполненных заданий. И нам, конечно, тоже легче будет, что не надо будет все проверять. Потому что все, что делают дети, весь прогресс виден вам и виден нам тоже. Итак, вот здесь, смотрите, в верхнем такая широкая у нас вкладочка есть, да, здесь меняются уроки. Вот, например, сейчас мы проходим с ними еду, да? Вот она, еда. Вот здесь words, слова, grammar, soon, phonics, reading, listening. То есть все части учебника. И учитель говорит, допустим, что вы четвертую часть выполняете words, да, слова. Ну вот давайте посмотрим. На каждую часть здесь есть три задания. Exercise 1, 2 and 3, да? Значит, нам нужно look, listen and order сделать. То есть послушать и расставить по порядку. Fries. Milkshake. Сейчас. Fries and milkshake. Сначала идет fries. Потом идет milkshake. Так. Потом идет поменять. Так. Fries, milkshake. Второй. Файс будет первым. Можно использовать эту платформу и на телефоне, но гораздо удобнее, особенно что касается передвижения картинок, да, конечно, выполнять на компьютере или хотя бы на планшете. Chicken. Chicken. Salad. Pizza. Cheese sandwich. И только после того, как все задания выполнены, появляется вот эта кнопочка желтенькая check. Check значит проверить. Мы проверяем, пишет, что perfect score и так далее. Да? Переходим на следующее упражнение через кнопочку next дальше или через вот эту вкладочку упражнение 2. Exercise 2. И выполняем его. Здесь у нас надо watch, read and choose. Посмотреть, почитать и выбрать. Have you got a milkshake, Rosie? Yes, I have. Where's Billy? He's behind the tree. Has he got a cheese sandwich? No, he hasn't. And he hasn't got his salad. Here you are, Billy. Thank you. Billy, do you like the food? Well, they like the food. They? Sorry, Mum. Naughty birds. Don't worry. We've got more food. Вот. И опять появилась вот эта кнопочка желтенькая, чек, да, проверяем. Все хорошо, да?
А, слово food я еще не отметила. Значит, смотрите, вот здесь три попытки есть у нас. Поэтому мы можем всего три попытки как бы сделать, да? Я могу еще раз. Я помню, что здесь было. Это ничего страшного, тут ребенок переделывает, абсолютно вообще без проблем. Вот. И посмотрим прогресс, да? Допустим, даже прогресс можете посмотреть вы. И можем посмотреть мы. Он будет в качестве report, да? Так, посмотрите, наш был unit. У нас был unit еда, четвертый, да? Вот он, четвертый. Вот здесь появятся звездочки их, да, как оценки. И вот он пишет, что в Кегере вот 100% у меня балл, да? Одно задание я сделала, как бы 92 всего, которые есть. Вот такая вот платформа. Очень прошу вас еще раз зарегистрироваться как можно скорее. Как вы видите, регистрация занимает совсем мало времени, а эффекта и удовольствия мы получим от этого много. Спасибо, дорогие родители, и до связи.